Влиятельный авторитет Шурик Захар, представитель славянских законников, в настоящее время живет достаточно скромно, в подмосковной Балашихе и публичности избегает. Самого Шурика Захара короновали в тюремном заключении в 81-м. Его крестами стали Роберт Акопянц, Рафик и легендарный Василий Бузулуцкий. В свою очередь, будучи ярым националистом, Захаров короновал преимущественно славянских воров. Одним из них был Виктор Олимпиев, косолапый. Уроженец Липецкой области, Виктор Олимпиев несколько раз сидел в тюрьме. В 92-м в тюремном заключении был коронован законниками, в том числе и Александром Захаровым, Шуриком Захаром. После освобождения Косолапова в 95-м о нем узнал весь Липецк. Он собрал собственную ОПГ «Липецкая братва» и стал пробиваться на пост смотрящего по региону. Однако в уголовной среде засомневались в наличии у Олимпиева высокого статуса, даже его сокамерники по следственному изолятору, куда он попал в 97-м, стали обвинять авторитета в том, что высокий титул он себе присвоил сам. Освободившись через 5 лет, Виктор обнаружил, что утратил не только свое влияние, но и место под солнцем. В Липецкой области появился новый вор в законе и смотрящий за регионом. В 2003-м Олимпиев внезапно пропал, и больше о нем никто никогда не слышал. Некоторые говорят, что он где-то прячется, а другие утверждают, что его и вовсе нет в живых.